Всем привет, с вами вновь компания Акора на связи. Сегодня мы протестируем масло Мирекс, новинка очередная на рынке автомасел в России, с вязкостью 5В40 и с запусками по оси А3В4. Ну и сравним его с нашим маслом Акора 5W40 Синт по вязкости 5W40 с допусками тоже по оси А3В4. Вот, но перед тем, как сделать тест, такая маленькая информация, да, очень важная. Учтили случай того, что люди, так скажем, предприимчивые, в кавычках, да, решили подзаработать на бренде Акора, да, и в некоторых городах, в частности, в Сыктывкаре, не так давно был выявлен случай, что люди увидели у нас в рекламных роликах черную бочку, взяли эту черную бочку, наклеили на нее подобные наклейки, как у нас, вот, и залили туда непонятного качества масла и начали продавать, и людям говорят, что здесь масло Акора в бочках. Мы сейчас повторяем, что у нас тара идет, вот, пожалуйста, ветеринарные образцы, то есть в магазине, да, у нас это литровая, 4-литровая, и максимальная тара, которая только у нас есть, это вот 20-литровая канистра. 20 литров это максимальная тара, в которой разливается продукция Акора. Все. Ни в каких 200-литровых бочках, в чем-либо другом, в кубах, нет нашей продукции. Поэтому до потребителя доносим эту информацию. В любом случае, при выборе масла, если вы покупаете у наших официальных дилеров, если у них есть стенд, вы можете проверить эту продукцию. Вот. Ни в какой другой в канистрах, там, бутылках пластиковых, там ничего нету. То есть у нас проблем с этим нет. Упаковка есть, канистры всегда в наличии, масла всегда в наличии. В общем, будьте внимательны. Вот. А ребятам с Сыктывкара огромный привет. Вот. Ну, давайте приступим к тесту масел. То есть сейчас подготовим, зачистим. То есть даже цену знаем, по которой они продавали. То есть это там за 4 литра 3000 рублей. Давайте начнем с нашей продукции, протестируем Акору, потом уже зачистим и сделаем следующий дом. Оператор прошу зафиксировать, что все чисто, без задиров. Наждачка обычная бумажная. Так, что мы делаем? Ролик чистый, без задиров. Можем прокрутить его. Люди разные пишут. Поэтому порой мы отвечаем на такие глупые вопросы, да, кто впервые смотрит, скажет, что это они, ну, как-то ведут себя странно, да. Ребят, отвечаем на те глупые вопросы, которые пишут комментаторы, так скажем, ванночки. Открываем нашу канистру. 5W40 Синт. Наливаем. Сразу еще на один вопрос отвечу. Будут тысячи вопросов, почему ваша канистра вскрыта. Я еще раз говорю, мы тестируем 1000 масел, и если каждый раз будем открывать новую канистру, но это как-то экономически невыгодно. Пожалуйста, приходите, прошу, в магазин, покупайте, при вас откроем в любую канистру, протестируем, зафиксируем и так далее. Все, начинаем проворачивать. У меня было трение на сухую. И будем играть вот такими блинами. Вес одного блина 550 грамм. Блины все металлические. А то нам пару люди пытаются там что-то предъявить, так скажем, что они пластиковые, пенопластовые и какие-либо еще. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. То есть нагрузка 12 блинов. В зоне трения обильное смазывание происходит. Дальше нагружать уже нечем. И нет смысла. Вот, если вы что-то здесь увидите, такая точка маленькая, и сейчас ванночку уберем. Пожалуйста, видите, да? Такая дорожка, рваная, ровная, без задиров. Сейчас мы ее зачистим и протестируем следующий образец масла. Если у кого-то есть желание, присылайте свои образцы масла, мы с удовольствием протестируем. Либо напишите, какие бы вы хотели, чтобы мы протестировали. Еще раз повторяемся, да, что мы не говорим о том, что тот или иной бренд масла плохой, некачественный и так далее. Да. То есть мы проводим тест сравнений, а в любом случае выбирает и решает, что ему заливать в свой автомобиль. Потребитель в любом случае решает. То есть мы никого насильно не заставляем. Берите только наш продукт, не вздумайте брать тот продукт. Нет, такой миссии нет. Так, переворачиваем ролик на другую сторону. И открываем канистру. Масло. Мирекс. 5/40. Канистра запечатана. Наливаем. Ну, все то же самое. Начинаем нагружать. Вес 550 грамм. Те же. Раз. Два. Три. Четыре. Заклинивание произошло. Четыре блина. Дальше давить, как бы нагружать, смысла нет. Оп. Сейчас посмотрим, что здесь у нас произошло. В результате тестирования образовался вот такой задир. Видно, да? Шершавый. Ну и здесь сейчас покажем. Пожалуйста. То есть дорожка с задирами. Как-то в принципе вот так. То есть тестировали сегодня масла Мирекс и Акора. Все, всем спасибо, с вами была компания Акора, до новых встреч, до свидания.